Ой. Факап. Сразу заранее извиняюсь за голос, я приболела, поэтому вы сейчас слышите это осипшее чудо. Но вообще, hey, ребята, всем привет! С вами Диана, как давно я не говорила это приветствие. Добро пожаловать на мой канал. И да, за несколько месяцев это первое видео. Наконец-то я до этого добралась. Несмотря на то, что я приболела, я все равно буду его снимать, потому что, ну, я не могу это не снять. Ко мне приезжает моя лучшая подружка. А кто-то, вероятно, ее помнит из предыдущих роликов. Зовут ее Настя. Она приезжает на неделю, будет жить у меня. И поэтому сейчас подготавливаю все к приезду, можно сказать. Ну как, подготавливаю. Я просто прибираюсь, убираю свой творческий беспорядок, потому что у меня постоянно валяются вещи какие-то, так как каждый день очень много всего происходит. Тренировка, работа, опять тренировка, работа. Вот, из последних новостей еще хотела поделиться тем, то, что я сейчас начала стримить на Twitch. Кстати, да, сейчас мы находимся в моем самом любимом уголке в этой квартире, самом обустроенном. Я давно мечтала о себе о таком стримерском, блогерском уголке. Сейчас, короче, погнали опять Анастасию. Я в официальности, она мне говорит, ну это не для работы. Я на нее так агрессирую, говорю, в смысле? Она говорит, ну ты так одеваешься. Я говорю, если у тебя настолько плохая самооценка, что так одеваться, то, пожалуйста, замолчи, не говори со мной. Правильно. Да. Да, солнышко, а я, короче... Я вымыла голову. Настя, знаете, Настя уже накрасилась, там это туда-сюда. Диана, я посушила голову. Настя вчера просто ее помыла. Короче, оставаться блондинкой или свой цвет волос возвращать, это вопрос номер один. Вопрос номер два, отстригать челку обратно или не отстригать. Короче, сейчас собираемся, одеваемся красиво и идем с собой. Это, короче, покорять Волгоград. Короче, стою в ванной, меряюсь с ней ростом. Говорю, пипец, ты выросла. Это мадам. Говорит, нет, это ты, по-моему, стопталась и ушла просто. Она сейчас очень стесняется и мило говорит. А там она просто ноль стеснения у дамы. Она просто такая, по-моему, это ты стопталась и пошла. Пипец, ты потемнела. Да, мне золотые волосы, мне они так нравятся. Я просто золотая. Mm-hmm. Мы идем гулять. Прошел весь день, чтобы вы понимали. И мы никак не соберемся. А мы лежали, валялись. Мартини. А сегодня будет вино, наверное. А мы что, нет, не знаю, подумаем. Будет. Настя уже готова. Час назад она была не готова. И стрим тоже будет. Такая. Собрались две мартышки покорить. Принцесса. Мартышки. Я не знаю, когда я стала такой девочкой, в какой момент в моей жизни перевернулась. Дюймовочка. Как мы наряжались 4 часа. На. Сейчас только девушка идет. Стиви, да? Не пугай. Саша, аккуратно. Их можно вообще на руку посадить. Там люди ушли. Вы милый. Приезжает, ты, кстати, два.
назад моих кожи. Сейчас посмотрим. Покажу вам своих роднулечек. Не душни. Теряешься, скажи это. Говорите здесь. Мы по-студенчески, мы, короче, бесплатно идем. Офигеть, а я не знаю. У тебя порвались джинсы опять. Я поняла, это мы с тобой дрались вчера, не помнишь? Нет, тебе к павлину надо. Тебе не к тигру надо. Типа там какая-то лама, но там написано, что капибары. Ну, наебали все. А сумку одной только первой точки. Капибара! Вот ты под лавкой сидела, сидишь, мы тебя забили. Это мы с тобой в Волгограде. А нет, Степа на даче. Блин, ему так жарко. Ему очень жарко. Язык синий. Мы вернулись домой. О, задумал ты. Спасибо. Матвей, извините. Прям как ты покинула. Такие руки, как у нас. Смотри, смотри. Победитель. Я выиграл. Иди в домик, Настя. Домой. Все, ты прогулялась, тебе хватит. Настя изучает биологию. Давно давай изучила. А, сфотка с фильмами. Степе мой рюкзачок, и там играет музыка. Степа, ваши комментарии. У него нет комментариев, он даже не услышал. Степа, у него гениальная возможность пропускать все мимо ушей. А может, как раз я... Читим, Настя, ты будешь тащить? Ты. Я? Да. Вот это давай. Маленький, Настя, бери маленький. Да он слишком маленький, я хочу. Бери маленький, она не съест столько много. Бери маленький. Да, я тоже. Вот это можно. Нет, вот, он там мало арбуза, там мало. Половина этой порции. Не, вот это. Ребята, что? Вот зато смотри, с белым случаем. Ну, значит, что чувствую, вот это? Вот это? И как вот это? Я не чувствую, я пойду. Как его играть, то уже. Сейчас Настя ролик, я помню. Мартини. Надо опять. Ее маме покажи это потом, да? Нет. Настя, иди вперед пафосно. Натянуть вообще кайфу. Семейная пара вышла на обед. Дом работает. И вышло так, по законам мироздания, IT-эксперты получают признание на опережение, создавая вокруг себя дом окружения. Далее. Ты первый. Фу. Было тут. Hey kid. Don't ever let them get inside your head. Давай сюда к чемоданам всё. Дим. Скажи привет. Он токсик. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.
I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go. Вроде идут, вроде бы нормальные люди. А вроде плывут. А вроде бы и нет. Викинг. Ты теперь не викинг, ты Ариэль. Этот человек не играет в компьютер. Мы сейчас будем его учить играть. Настя тоже будет играть в компьютер. Мы ее тоже научим. Степа, как вам игра в компьютер? Очень интересно. Слова на запас. Анастасия. Я готова убить всех людей, которые играют в эту игру. Блин, ты не в фокусе. Чем с тебя? Огурчик, двойной учебник, 2 огурчика, два сыра, двойной учебник, вместе на вариант, но выиграть, чтобы учебник выиграть. Ты наизусть их выучил, да? Я работаю там. Ты чего сломала? Ты утка? Делать с этой парой, я не понимаю. Давай, ребенок. Можно? Да подожди, ты, надо ты тормоз выжать, стой, и надо нажать поехали. На автомате. Машина на каршеринге, на автомате. Все, давай, давай. Иди. Я не вижу ее. Вот она. А зажать надо? Ай, как тихо. Ну, мы что, на Тесле едем? Охереть, смотри, ну это москвич! Оно как развивается! Как музыка. Это дерьмо работает! Ты музыку будешь вставила? Давай. Смотри, фон. Смотри. Ля. Охренеть. Мальчики до игрушечки дорвались. Подожди, и вентилятор. Это что за аппарат? Есть. Я в шоке. Иди вперед! Почти. В чем суть, короче? Я в Питере сегодня, мы ехали на поезде 10 часов. И ехали мы ночью спать. Мне было очень некомфортно, я не совсем выспалась. А приехали мы в 10 часов утра, и сейчас я, значит, собираюсь, и мы идем с Димой куда-то. Эрмитаж, вроде как. Вот потом я вечером встречаюсь со своей сестрой, остановилась я у своего племянника. Поехали смотреть Питер, город, в который я очень давно хотела попасть, в котором очень давно хотела побывать. Честно, я так отвыкла ходить постоянно с камерой, мне так нравится ходить налегке. Еще мне надо где-то покушать, поэтому сейчас мы посмотрим, где что можно купить, перекусить. И отправимся на автобусе, мне час ехать на автобусе. Вот. Мне надо купить сим-карту с интернетом для того, чтобы запускать стримы ИРЛ. Нарисовали? Вот это вот лошадка, смотри. Малка. Я доска тогда уж пошире что-нибудь ищи. Ой.
типа они стояли. Это вход в квартиру. Куда ехать? 27. Что 27? 28. 73 Грибоедова, наверное. Вижу этого гаишника. Я проезжаю, еду дальше и вижу та же самая машина, тот же самый Hyundai едет уже в обратную сторону. У меня уже мысли, типа, ну это же, наверное, тот же самый. Думаю, неужели ко мне? Разворачивается, останавливается, без мигалок, все останавливается, дверь открывает, я все, у меня уже 99%, что он ко мне идет. Такой, добрый день, типа, там представляется, что-то говорит, пройдемте в машину. Можно ваши документы туда-сюда, вот вы там нарушили, вот ваше имя, фамилия, отчество. Потом я захожу в метро. Ну, типа, все, штраф выписали, я еду дальше. Захожу в метро. Ну, металлоискатель. Ну, уже, типа, был металлоискатель когда-то.
Короче, когда, по-моему, мы с тобой в метро вдвоем заходили, да, с чемоданом, по-моему, тогда мне отправили этого искать. Да-да-да. Ну, все нормально было, ничего не сказали. Сейчас ставлю верстак, попадаю. Что у вас за баллончик? Опять. Перцовка. Нельзя с перцовкой. Ищите другой маршрут. Я смотрю, на метро 30 минут, на этом, на автобусе час. Ну, не буду, типа, час ехать. Я, короче, нашел место под лестницей какой-то, положил туда перцовку, потом вернусь туда. Просто я думал, что на меня докопается, потому что рядом стоял этот чел из метро, но машинист, походу. Он стоял, прям курил, я уверен, что он это увидел. Ну просто, чтобы ты понимал, как это выглядит. Я такой подхожу. И вот так под лестницу кладу. Ну типа, это максимально выглядит, как будто я закладку ищу. Работает с 14:30 до 16:00. Мы никуда не попали. Это как вообще? В интернете билеты купить нельзя. Я возмущена, раздосадована. Пойдите прочь. Идет с каменным лицом просто чисто. Это она хотела за этим. Может, его просто кто-то выкинул, или ты его сорвал, или что? Окей, съел. Съел. Это влог. Меня зовут Даша. Как сказала Диана, я писала ужинка. Сейчас можете посмотреть, мы находимся на Новой Голландии. Пожалуйста, вот смотрите. Вот, да, Новая Голландия. Ну, получается, захватили Новую Голландию. Мы сидели, поболтали, вас встретили. Да. Мост не видно, говорю. Ты обрезаешь? Чтобы я ее вырезал. Ты не будешь мост? Чё? Что ты сказал? Молчал. На. Ты хочешь, девочка?